Насилие в семье можно подавать на статус беженца, то есть должны быть определенные, как бы это в некоторых ситуациях работает, в некоторых нет. То есть обычно, если насилие в семье, это имеется в виду, допустим, муж как бы преследует, издевается над женой или наоборот, или, допустим, там дядя над племянницей и так далее, то в некоторых случаях дают статус беженца. Обычно это в случаях, где власти не могут контролировать и наказать того, кто человека обижает. Если насилие произошло 10 лет назад, и больше после этого ничего не происходило, то, скорее всего, само по себе это недостаточно для получения статуса. То есть, когда человек просит статус беженца, он или она должны доказать, что какие-то вещи произошли, они произошли на почве одной из категорий, которые предусмотрены для статуса беженца, и что на сегодняшний день человек боится за свою жизнь и не может находиться в его стране, потому что обижают органы или обижают группы людей, которых органы не могут или не хотят контролировать.